И всем привет, с вами Wage of Sin. Сегодня я решил поиграть в игру под названием Minecraft. Ну, честно говоря, хочется какого-нибудь конструктора с полностью открытым миром, полностью воссоздание, так сказать, всего, что может прийти в голову. Может быть, отчасти. По Лего соскучился, так сказать, хрен его знает, в общем, неважно. Сегодня мы играем в Minecraft. Сборка, что за сборка? Сборка моя, модов тут, в принципе, херова гора. Сам все эти моды собирал, то есть, если хотите, вот, на паузе поостанавливайте, посмотрите, сколько тут модов. Модов тут реально дофига. Пак я, наверное, назову по названию пака Fit to Beats. Beast, точнее. Вот. У них был пак, назывался Monster пак. Но он был только на версии 1.6.4. На версии 1.7.10 он не вышел. Поэтому, не мудрствуя лука, я решил таки назвать его Monster Pack 1.7.10. Вот, как вы видите, 159 модов, Forge версии, ну и все дела. Так, ну давайте я сейчас поставлю на паузу, подключусь к серваку и вернусь, как только появимся в мире. Увидимся. Ну и вот я вернулся. Карта у нас уже создана, сервак уже работает. Работает он, не знаю, где-то, ну, часа два, наверное, пока. То есть я буквально два вечера сидел, собирал все эти моды воедино. Потом еще немного поправил по рудам, которые излишне спавнились в этом мире. То есть у меня тут очень много, допустим, модов, которые свою руду добавляют. И у меня одной меди было только вот сейчас, если я наберу даже медный слиток. Вот, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, у меня 8 модов, которые добавляют свою медь. В итоге пришлось как-то от этого избавляться. Ну, естественно, просто была убита генерация этой руды как раз-таки в моде, в том, в котором мешался. Так, я тут набрал кору дерева, и, как оказалось, она мне нахрен ни на что не нужна. Вообще, я думал, что я из нее смогу хотя бы сделать это. Это что-то съедобное? Несъедобное. Но посадить можно. Ну, ладно. Так. Генерация мира у нас тут идет обычная. Но есть, в принципе, и Biomes on Plenty. Но я думаю, если мы будем играть... если буду делать Mistcraft, то, соответственно, скорее всего, эти Biomes on Plenty я как раз таки увижу. Ну, в принципе, они в обычном мире спавнятся и без генерации этого Biomes on Plenty. Да, за произношение сразу же пардоньте. Мой английский вызывает много нареканий. Так, ух ты, верстак можно сделать. Сразу же делаем верстак из Tinker's Constructа. Этот верстак, чем лучше, из него ничего не выпадает, когда мы что-то крафтим, что-то делаем. Поэтому в первую очередь крафтим верстак оттуда. Так, сразу же говорю наперед, я в Майнкрафте не профи, поэтому если где-то буду тупить, уж извините, но и не пишите, что-то типа фу, нуб там и так далее. Я, в принципе, это и без вас знаю, и, собственно, буду разбираться по ходу дела. Буду разбираться с тем, что мне делать, как мне делать, куда мне делать. Так, давайте пока сундучело первый поставим, скинем туда сразу же. Я тут побегал за кадром, ну, на самом деле, вначале я полетал. Полетал просто, чтобы найти адекватное место для своего дома, которое мне понравится. В итоге, найдя место, уже начал запись. Что, у нас вообще ни хрена нет? Знаете, я в жизни не садил локацию, понятия не имею, что из этого выйдет. Так, давайте я пока в настройки залезу. И сложность на сервере, кстати, стоит самая сложная, хард. Так.
Играю я тут не один, со мной играет мой друг, не знаю, может быть, попозже присоединится тоже, пока, так сказать, он потихонечку развивается, и я потихонечку развиваюсь, каждый далеко друг от друга. Ну, естественно, развитие будет не на скорость, то есть просто я сказал, что у меня есть вот такой-то, такая-то сборочка, он решил ее попробовать. Как долго будет играть, не знаю, может быть, надолго, а может быть, его надолго и не хватит. Так, есть у меня один саженец дуба, который я где-то надыбал. Давайте его посадим. В первую очередь, что нам надо? Нам надо обеспечить себя древесиной, чтобы начать уже копать камень. Чтобы сделать себе печку. Вот. Далее что? Да пока ничего. Уровень, на котором я буду развиваться, я хочу, наверное... Блин, не знаю. Короче, посмотрим. 67-й, наверное, что ли? Тут большинство на 67-м. Или еще ниже есть. Короче, не знаю. Возможно, я на улице вообще не буду появляться. То есть, посмотрим. Пока что по планам у меня весь дом будет находиться полностью в горе. Из-за этого я, собственно, эту гору и искал. Может быть, будет несколько домов. Посмотрим. Строитель из меня еще тот. Так что, что получится, то получится. Так, ну и помимо, конечно, инструментов, еще бы себя обеспечить хавкой, которой у меня вообще нету. Интересно, нахрена я землю положил сюда? Так, ну, я думаю, никому объяснять не надо, как что делается, поэтому просто смотрим и внимаем. Это у нас кирка деревянная, очень нужная вещь. Лопата. Топор, интересно, нам надо, нет? Пусть будет. Потому что, честно говоря, скорость... Steamcraft. Понял. Скорость рубки обычного топора и деревянного топора... Ой, руки и деревянного топора, мне кажется, вообще мало чем отличается. Так, так, так. Но все равно будет быстрее рубиться, чем просто рукой. Так, 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 так. Надо подумать, что я хочу... Но мне нужна животина точно. Животина. Так, давайте убьем барана. Это мне... От них мне нужна шерсть. Вот заорали-то сразу. Чтобы была кровать. На данный момент на серваке нет Морфеуса, поэтому... Поэтому, скорее всего, спать у меня не получится. Потому что, опять же повторюсь, играю здесь не один. Чуть попозже поставлю уже морф. Морфеус, по-моему, название. Блин, по-моему, Морфеус. Вот. И там уже будет видно. Где курятина орёт? Дразнится еще. Курятина! Ты как раз мне нужна как еда. Так... Местность тут у меня, конечно, адовая. Но зато есть все рядом. Помимо воды есть еще и лава недалеко. Ну, в общем, всего помаленечку. Опа, а я и забыл, что из баранов у нас еще и еда выпадает. Все благодаря памп Харвесткрафту. Без него бы, конечно, жратвы у нас не было. С барана. Ну, точнее, она бы была, но если бы у меня здесь стоял 1.7.10, а не... Ой, фу. 1.8.1, по-моему, если не ошибаюсь, версия. Потому что на 1.7.10 из баранов пока еще ничего не сыпется. Помимо шерсти. Что немного странновато. Так, ну чё... День у нас подошел к концу. Чё у меня там светится? Это озеро лавы. День подошел к концу. Пора нам закрываться от всего этого злого мира. Чтоб к нам никто не пришел. Блин. Как бы закрыться-то, чтобы все-таки видно было хоть что-то. Ладно. Давайте пока так. Кирка у меня есть, кирка у меня есть. Давайте копаться. Чизел известняк, блин, он нам вообще не нужен.
Есть один огромный минус от того, что тут куча модов. А минус заключается достаточно... Блин, хрень, несу какой-то. Минус достаточно веселый. Заключается он в том, что тут банально может быть дефицит с булыжником обычным. Допустим, когда я создавал карту до этого и еще не убирал дублирование рут у других модов, там был просто адище полнейший. Реально, спускаешься куда-нибудь вниз, и все, и у тебя там просто, не знаю, вся стена в этом. В меди. И булыжника там реально уже крупицы какие-то выскребать просто надо оттуда. Так, это у нас что? Это у нас металлургия мод. Ну, развитие пока что у нас стандартное. Кстати, сейчас я подумаю. 300 горения, 300 горения, 300 горения. А если мы сделаем вот так вот? 4 тоже по 300. Блин, короче, одно и то же получается. Раньше просто это выгодно было. Делать леса и их переплавлять. Сейчас это уже не очень выгодно. Поэтому давайте запихаем и зажарим курятину. Ну, а пока... Пока пойдем к нам в гору. Опять же, повторюсь, если, ну, посмотрите, увидите, что что-то делаю не так, либо что-то, что можно сделать быстрее, то пишите комментарии, с удовольствием почитаю, узнаю для себя что-то новое. Но сразу же скажу, пока у меня задумка такая. У меня есть куча модов, которые я буду потихонечку развивать. Соответственно, у этой кучи модов будет, скорее всего, куча источников питания. То есть, ну, кроме полных идиотских каких-нибудь источников питания, я буду стараться делать источники питания из каждого мода. И, соответственно, ими же и запитывать этот мод. Так. Курятина, it's nice. Давайте сделаем факела. Нахрена я их здесь делаю, не знаю. Так, и F7. F7 у нас отвечает за то, что мы увидим, где у нас мобы смогут спавниться, а где не спавниться не смогут. Пока что, в принципе, нигде они не смогут спавниться, но вот здесь тоже смогут. Но мы здесь поставим факелок. Так, что еще интересного? Ну, как я и говорил, модов здесь дохрена, моды абсолютно разные. Есть магические, есть... Ну, потому что, допустим, опять же, когда я собирал сборку, у меня друг мой Стрикс, он очень любит именно магические моды. Я, честно говоря, не сильно по ним загоняюсь, но тоже использую. Поэтому я решил, что что я буду уж собирать чисто для себя, давай я соберу какую-то универсальную сборочку, и вот она получилась. Сборка, сразу скажу, не окончательная, или я это уже говорил, я уже, честно говоря, не помню. Буду допиливать некоторые моды в эту сборку. Ну, помимо обновления, естественно. На данный момент у нас сейчас 9 число. На момент 9 числа здесь стоят самые последние моды, все, которые у меня установлены. То есть пока что обновление не требуется ничему. Опять же, почему собрал свою сборку, почему не использовал, допустим, сборку какую-нибудь... Ну, что у нас, Fit to Beats есть? Или Beast? Beast. Блин, не помню. Beats — это же наушники. Fit to Beast. Блин. Короче, FTB. Вот. Почему не использовал, допустим, сборку оттуда? Ну, честно говоря, мне там не заинтересовала ни одна сборка. То есть во всех сборках были моды, да, хорошие, но почти в каждой сборке меня не устраивало того, что не было буквально там одного-двух модов, которые я хотел. То есть, ну, реально такие. По чуть-чуть, но тем не менее их не было. Поэтому, недолго думая, решил арендовать сервачок и запилить туда свою сборку.
сервак у нас будет крутиться 24/7. Очень надеюсь, что не будет никаких крашей. Но если будут краши, в принципе, тоже пофиг. Будем смотреть, исправлять, обновлять, что там есть. Но, в принципе, на данный момент, говорю, опять же, конфликтов ни ID не имеется. Так что вот так и живем. Так, что еще? Ну, пока даже не знаю, что еще рассказать, что посоветовать. Пока просто тупо лезем вниз за железом, чтобы хотя бы снести то, что я уже себе понаставил вверху. Ну, вот это вот, допустим, красный камень. А, ну да, железное как раз удалит его. Так, баранину давай. Что, до сих пор ночь? До сих пор ночь. Хорошо. Насчет серии. Серии будут выходить. Чистоту точно не скажу. Вообще не знаю. Выходить будут, ну, точно по одной в день, скорее всего, не больше. Может быть, и по одной раз в два дня. В общем, посмотрим. Потому что все-таки Майнкрафт это не тот же Властелин колец онлайн, в котором, в принципе, всегда есть чем заняться. То есть квесты тебе всегда подгоняют, остальное за малым просто иди выполняй. Тут очень много идет на ожидайку. Блин, знаете, что хреново? Я себя не опнул. Блин, а я не помню, как обратная команда. То ли деоп. Ну-ка. Ну-ка. Вот, отлично. Теперь не оператор. Все. Теперь я обычный смертный. И это хорошо, потому что иногда рука, так сказать, может потянуться за чем-нибудь легким. А я не хочу ни читерить, ничего делать. Я хочу добыть все сам. Обязательно. Самое смешное, сервак, да? Сервак, который арендую, стоит... Ну, не буду рекламировать ничего, мне за это не платили. Стоит он реально копейки в месяц. И, в принципе, по параметрам он тоже, я бы сказал, не ахти какой. Но, тем не менее, эта скотина еще и умудряется нормально тянуть все мои 150 с лишним модов. Раз, два, три, четыре. Не знаю. Через сколько ставить? Так, сколько ставить, не знаю. Ладно. Так, ну вот уже один бажик мы нашли. Точнее, друг нашел, что, видимо, я не все олово удалил. Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим. Это я упустил именно генерацию. Блин. Печально, конечно. Но за всем, честно говоря, не уследишь. Копер из Steamcraft. Блин. Ладно. Будем иметь в виду, значит, копера у нас будет много. Пересоздавать я уже карту не хочу, честно говоря. Я уже напересоздавался ее несколько раз. Ну, как я и говорил. В общем, в чем прикол? Спавнится несколько этих... да, правильно, генерится, не спавнится, а генерится. Генерится несколько разновидностей меди. Чем это плохо? Ну, то, что реально меди будет банально дохрена. Что плохо сказывается на баланс в игре. Меди желательно бы, чтобы не было дофига. Вот, в чем разница? Форж, насколько я знаю... Ну, последних версий, по крайней мере. Ну, или не последних, я думаю, уже с 1.5
5 какого-то, наверное, а то и раньше умеет. У каждого предмета, у каждой руды есть Word Dictionary. В Word Dictionary, в принципе, прописывается, к какому типу относится эта руда. То есть, допустим, у Word Dictionary... Блин, тин это олово. Да, у Word Dictionary олово идет тип тин. То есть, or тин, по-моему, если не ошибаюсь, как-то так пишется. Вот. Соответственно, когда в крафтах используется какой-либо из олова, то сейчас я вам покажу это, в принципе, на примере. Берем, пишем олово. И вот, допустим, улучшение олова, да? Естественно, оно делается из олова. И смотрите, тут подходят слитки, как из Forestry, Industrial, Railcraft, металлургия, термалки, стимкрафты. Короче, из всего они подходят. Потому что у них абсолютно одинаковый... Ну, как? У них одинаковый Word Dictionary. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что, честно говоря, в свое время я пытался разузнать, что такое этот Word Dictionary, и в итоге я нигде так и не нашел никакой информации, по крайней мере, на наших сайтах. Пришлось лезть в... забугорное, пытаться понять, что они там имеют в виду. Но, в принципе, вот то, что я сейчас объяснил, это я и понял. Конечно, печально, что не все поправил до конца. Но попытаюсь это все исправить уже за кадром. Так, ну что, давайте, наверное, уже себе сделаем... Ух ты, ням-нямка. Себе сделаем... Не сюда, сюда и... Так, 8 штук. 8 же? Вот эта, которая берется, она считается? Ладно, хрен с ним. Если 7, то 7. Вот такие вот дела. Да, кстати, у нас на улице день, по-моему, так что можно уже выйти, посмотреть, что мы там имеем, и заодно немножечко заняться аграрием. А именно, где мое дерево-то? Дерева у нас совсем мало, но пока живем, процветаем. Так, давайте. Так, нет, это нам не надо. Салюты у нас идут, это за то, что мы всякие достижения получаем. Ну, в принципе, оно понятно, я думаю, всем. Так, давайте тут все расхреначим вокруг. Опять же, в чем минус того, что тут дохрена модов? Минус на самом деле еще в чем? Банально обычные семена пшеницы очень редко выпадают из травы. Так, давайте это уберем. А то, я думаю, некоторых это банально бесить будет. То, что все в квадратиках. Вот. Здесь у нас есть, кстати, Ars Magica, которую тот же Direwolf решил не вкладывать себе в сборку. А я уже как-то соскучился по тамошнему освещению. Точнее, по тем скиллам, которые дают освещение. Но, в принципе, достаточно. Давайте сейчас аккуратненько вот это скопнем, вот это скопнем. Выровняем немножечко. И сделаем себе огородик. Так, 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 так. И вот тут еще, да? Да, вот тут еще. В принципе, как-то, наверное, так. Если мы еще вот так вот будем, то мы соединим это все вместе. В принципе, песок нам пока... Ну, нам он пригодится, но сейчас он нам нахрен не нужен, поэтому давайте его... Зачем я рукой копаю? Давайте его вскопнем весь, который есть. Не, ну в таком-то виде он, понятно, нам не пригодится вообще. Он нам пригодится в будущем на что-нибудь другое. Ладно, сейчас, наверное, когда серия завершится... Да, серия, я не договорил, скорее всего, где-то, ну, по полчаса буду выкладывать, не больше. 25 минут-полчаса. Буду потихонечку развиваться, набивать ресурсы и так далее.
Причем обязательно надо вот так вот уголки убирать. Тогда вода будет нормально заполнять все проброшины и не будет текущей воды. Потому что, честно говоря, не знаю как других, но меня очень бесит текущая вода в Майнкрафте. Когда она постоянно журчит, а не могу вообще. Что происходит? Почему какой-то звук посторонний я слышу? Я не совсем понимаю, что это такое. Короче, у нас будет огромный огород. От источника воды можно делать не дальше, чем 4 блока. Если мы сделаем дальше, чем 4 блока, то земля просто высохнет. Вот это вот, по-моему, я сделал зря. Ну, тут по диагонали, соответственно. Блин, я не знаю. Скорее всего, вот этот вот уголок высохнет. Ну, посмотрим. Может, и не высохнет. Может, там как-то по-другому подсчет идет этих блоков. Именно для воды. Так, давайте немного вход себе расчистим. А то он вообще у нас весь заросший и незаметный. Так, что это выросло? Хидрить, твою мать. Что-то выросло. Это акация опять. Короче, от акации надо избавляться. Причем срочно. Мне она не нравится. Нет, сама древесина у нее хорошая, красивая. Но так как она растет, мне совершенно не нравится. Это какой-то кунсткамера, блин, такое собирать. Ну и кроме того, если у меня закончится еда, что и жрать-то буду? С акации ничего не падает, в отличие от дуба. Не знаю, что курили... Курил ночь в свое время, когда придумал, что из дуба падают яблоки. Наверное, что-то забористое. Так, давайте посадим пшено. Дальше мы посадим... Сейчас подумаю. Мандрагору, не дай бог. Ячмень, да? Это что, это откуда сейчас прилетело? И что это вообще за звук был? Еще у меня был какой-то кустик интересный, который я так и не понял, что с ним делать. Вроде как правой кнопкой он собирается, левой кнопкой из него выпадают ягоды. Но он как садится, так собирается. Не знаю, давайте его скопнем. Вот что из этого можно? Посадить это нельзя. Сожрать это, естественно, можно. Это я и не сомневался. Так, чтобы дерево росло быстрее, надо под него факел поставить. В принципе, как и подо все, что тут происходит у меня. Давайте через две факелы поставим. Да, еще раз повторюсь. На удивление, сервак одноядерный всего-навсего. Но пока что переваривает это количество модов. Я ожидал, что будет полный попец. И ничего сделать не смогу. Так, кусты нам надо высадить обязательно. Сейчас что-нибудь интересное себе организуем. Так, допустим, вот так вот, да? Так, 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 у нас есть 5 кустов. Это откуда? Это из натуры. Эти, еще 2. Ну и пока третьего у нас нету. Был бы 3 вида, было бы вообще замечательно, потому что из 3 видов можно сделать какую-то там, короче, хавку поинтереснее, которая побольше, побольше голода восполняет, нежели то, что у меня сейчас. Так. О, железом сколупывается. Ой, фу-то, каменной киркой сколупывается. Это у меня собака вздохнула, если вы слышали. Очень так тяжело ей было, по-моему. Не знаю, жизнь у нее тяжелая. Есть 3 раза в день. Очень тяжело, очень. Вообще. Так, ну-ка-ка посмотрим. Кровать есть. Или я один? Нет, судя по всему, я не один пока.
Но. Ладно. Еще морф придется ставить, видимо, все-таки. А то тоже все мы так, как говорится, люди, все можем уйти в авк. Дела семейные и все тому подобное. Так. Я, в принципе, помню, что в термалке очень много разновидностей руд, поэтому, насколько я помню, я решил оставить генерацию именно из термалки. Ну и из тинкерса, именно той руды, которая генерирует сам тинкерс. В общем-то и все. И все, и все. Ну ладно, что. Давайте на этом вводную серию по нашему... Не знаю, что это будет. Let's play. Ну, в общем, называйте, как хотите. В общем, я просто играю. А кому это нравится, ну, посмотрите. Ну что, на этом все. С вами был Wages of Sin. Мы играли сегодня в Minecraft. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.